Сегодня около 10 часов утра произошел пожар в общественной бане поселка Зеленец. Возгорание заметили посетители, которые пришли в баню к ее открытию. Очаг находился в парной мужского отделения. Огонь начал выходить по перекрытиям на чердак. К месту пожара были направлены 5 расчетов 3 пожарных частей. По нашему прибытию все люди уже были снаружи. Мы подали один ствол на чердак на защиту и звеном ГДЗС в помывочное отделение на тушение подали. На момент прибытия пожарных горела парилка. Огонь начинал выходить в помещение помывочной. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение пожара на остальные помещения одноэтажного кирпичного здания, в котором помимо бани расположено парикмахерское и почтовое отделение. В результате огнем поврежден вентиляционный короб на чердаке, парилка и помывочная. Вероятная причина пожара – неисправность печи.